Это первый день твоей новой жизни. То, что было вчера, не имеет значения. То, кем ты был прежде, уже никого не волнует. Теперь важно то, кем ты будешь сегодня. Что ты знаешь о себе? На что ты способен? Вопросы могут остаться без ответов, но разве ты сможешь потом спокойно спать? Узнать себя, познать границы своих возможностей. К черту границы! Ты готов ломать себя до изнеможения. Каждый день здесь боль закаляет. Шрамы, повседневность. Это ты решил себе что-то доказать. Это ты пытаешься увидеть в каждой тени своего врага, потому что без врага нет боя, а без боя нет победы. Но на самом деле, главный враг – это ты. Вчерашний ты. Твоя задача – выследить врага, догнать его, превзойти, стать лучше, чем он, не вернуться назад победителем. Потому что завтра – первый день твоей новой жизни.